2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Его установили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году. Тогда был замечен высокий рост больных детей. Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых 3 лет жизни. Оно является следствием неврологического расстройства, которое влияет на работу мозга. Аутизмом чаще всего страдают дети, независимо от пола. Для них, в первую очередь, характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, а также сложности в общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.